Привет, друзья! Вы на канале Супер Влад. Сегодня у нас у Вспыша день рождения. Да, Вспыш? Да. И что же Молния Маквин у нас хочет предложить Вспышу? Вспыш, я знаю, что тебе наши зрители прислали подарочек. Ты знал об этом? Нет, не знал. Что, правда, подарок есть какой-то от наших зрителей? Да, Вспыш, конечно, есть. Сейчас я съезжу на почту, и мы посмотрим, что же тебе за подарок подарили. Ну где же запропастился эта Молния Маквин? Я уже не могу, хочу подарок свой посмотреть. Ребята, что же там за подарок? Не могу даже себе представить. А, вон он едет, ребята. Ну-ка, сейчас мы увидим. Ого, какое коробище у него, смотрите. Вот, еле довез, Молния Маквин. Вот такой тебе подарок прислали наши зрители. Ничего себе, ребята, представляете? Вот такая большая коробище. Что же в ней может поместиться? Интересно, да? Давайте-ка заглянем туда. Ну-ка, помоги мне, Молния Маквин, открыть. Открываем крышечку. Крышечку мы отбрасываем. И смотрим, что же у нас там внутри. Ну-ка, переворачивай, Вспыш. Ух ты, ничего себе, ребята. Посмотрите-ка. Да это... А что это такое, Молния Маквин? Я не пойму. Ты что, не знаешь, Вспыш? Это же новая, крутая, модная игрушка. Называется Hand Spinner. По-русски просто спиннер. Спиннер – это такая штука, которая крутится. Сейчас мы покажем ребятам, и ты посмотришь, Вспыш, заодно, как она у тебя вращается. Очень крутая штука. А вот эта вторая, что за штуковина такая? О, а это же я знаю, что это. Это у нас слизь, правильно? Правильно, Вспыш, молодец. Я знал. А слизь-то нам зачем? А мы сегодня поэкспериментируем с тобой, Вспыш. И что же мы будем делать? Мы попробуем покрутить спиннер и налить на него слизь. Представляете, ребята, будем лить слизь на спиннер. Кто-нибудь еще так делал? Нет. Тогда обязательно подпишитесь на наш канал. А мы пока все подготовим. И напишите обязательно в комментариях, что бы вы хотели еще на нашем канале увидеть. Может быть, какой-то другой спиннер хотели бы увидеть. Мы обязательно вам его покажем. Ну а пока будем готовить. Вот, ребята, у нас все и готово. Давайте же достанем этот спиннер наконец-то. Ты хочешь, Вспыш? Да, конечно. Хочу посмотреть, что же это за спиннер. Ну давай тогда открываем. Берем коробочку и открываем наш спиннер. Так, достаем. Вот он. Такой вот крутой спиннер. Желтенький. А что же с ними делать-то нужно? Ну посмотри, Вспыш. Сейчас я тебе покажу. Смотри. Так, покрутился. Вот он. Посмотри, как здорово крутится. Ничего себе, я тоже так хочу. Можно я попробую? Конечно, пробуй, Вспыш. Круто, спасибо. Вау, как круто, ничего себе. Вот это да, вот это спиннер. Классная штуковина. Спиннер, это круто. Да, ребята? А какой спиннер есть у вас? Пишите в комментариях. Мне тоже интересно посмотреть на ваши спиннеры. А пока попробуем покрутить его в моем кузове или на моем капоте. Давайте попробуем, ребята. Ставим его на капот. Не получается. О, мы Молнии Маквин поставим его. Точно. Смотрите, ребята, круто. Да Молния Маквин сейчас может просто вот так взять и улететь. Представляете? Ничего себе. Она полетела, смотрите, ребята. Бах! И наш спиннер грохнулся. Но ничего страшного. Давайте проэкспериментируем то, что мы хотели сделать с вами. Помните, что мы хотели сделать, ребята? Правильно, мы хотели налить на этот спиннер
вот эту вот банку слизи, представляете? Давайте его раскрутим посильнее. Молния Маквин, становись сюда. Вспыш, становись сюда. А я вам, ребята, покажу, что же будет с ним. И помогу вам его раскрутить посильнее. Окей? Все готовы? Не слышу. Да, я понял, вы готовы. Итак, раскручиваем спиннер посильнее, да? Вот он, наш спиннер, вращается. Видите, как сильно? Берем слизь и начинаем ее бить. Что же у нас произойдет? Ой, ой. Остановился. Сейчас попробуем дубль. Так, ребята, дубль 2. Раскручиваем спиннер. Наш спиннер вращается. И мы готовы на него вылить слизь. Вы видели? Он сразу останавливается. Давайте попробуем еще, ребята. Спиннер в слизи, представляете? А если мы вот так его поставим на слизь? И прямо на слизи его попробуем раскрутить. Нет, никак. А если мы его раскрутим, к примеру, вот так, и на слизь опустим, пах, тоже ничего не происходит у нас. Слизь просто у нас тормозит спиннер. Смотрите. Ух, отрывает кусочки слизи. Бам. Еще разок. Ну как, Вспыш, тебе понравился наш эксперимент? По-моему, прикольно, да? Со слизью. Спиннер со слизью. Это круто. Представляете, ребята? Сегодня мы провели такой интереснейший эксперимент. Пишите в ваших комментариях обязательно, что бы вы хотели еще посмотреть на нашем канале. Мы постараемся показать вам все, что вы хотите. В пределах, конечно, разумного. Интересные модели спиннеров. Может быть, какие-то тоже игрушки новые. Обязательно пишите, мы обязательно все это покажем. А пока это все. Ребята, до новых встреч. Всем пока-пока. Пока-пока.